Ни одно городское торжественное мероприятие не обходится без главного символа Ленинска – гимна. Благодаря единогласному решению депутатского корпуса 3 года назад песня «Город горняков» получила официальный статус. Но сама песня имеет долгую историю. Впервые она прозвучала в 83-м году. Ее авторами стали композитор Игорь Другов и поэт Николай Попов. Соратник по творчеству Игорь Васильевич вспоминает, что ни в планах, ни в мыслях не было, что совместная песня может стать гимном города. Результатом их творческого союза стали 9 песен, и «Город горняков» была очередной. Но почему-то писалась она по-особенному. Исторические и природные, что касается города. Мы старались так, чтобы ни одного слова нельзя было выбросить из текста. Когда мы писали, мы могли даже ночью друг другу звонить. То есть мысль пришла в 2 часа ночи, никто не обижался, все довольны были. Автор слов гимна Николай Попов написал несколько сотен произведений, десятки из которых посвящены горняцкому труду и быту. Сам Николай Иванович тоже был шахтером. Наверное, оттого его стихи так понятны всем жителям Ленинска. Я считаю, что о шахте никто лучше его у нас в городе, по-моему, так и не написали. Потому что он не просто именно шахтерский труд воспевал, а именно шахтера, как человека. Аркадий Попов в канун столетия отца специально приехал из Сочи. Ленинск – родной город Поповых, здесь отец и похоронен. К сожалению, сам Николай Иванович не дожил до знаменательного события, когда песня стала гимном. Но радость от того, что его имя вошло в историю города, разделила семья. Свидетельство, которое выдано как автору гимна, да, вот у меня дома на стенке висит среди фотографий. Состояние такое семейное, да, реликвенное? Конечно, да. Еще и пластиночки те первые, тоже еще по несколько штучек так имеется, тоже как реликвия. К столетию ленинско-кузнецкого поэта в городе планируется издать книгу с его произведениями. В издание войдут стихи не только о шахтерском труде города и семье. По словам родственников, которые готовят материал к печати, это будет другой Николай Попов, которого знакомые с его творчеством горожане еще не знали.